В ООН заявили, что с начала года в Средиземном море погибли более 1500 беженцев и мигрантов. Организация обеспокоена тем, что количество погибших увеличивается, хотя мигрантов на самом деле прибывает меньше. Спецпосланник в ООН в Средиземноморье призвал страны к борьбе с нелегальными перевозчиками людей, которые все чаще используют непригодные для этой цели лодки. Затем они просто дрейфуют в море в надежде, что их вовремя подберут спасательные суда.